Приехали мы в дом. Опять посмотрим, что у нас там. У нас, кстати, появился колодец. Сейчас я вам поближе покажу. Редиска уже большая. Уже можно, смотри, вырывать ее. А вот эту, наверное, надо проредить. Вон, она, смотри, какая большая уже. Вон, видишь. Вот эту очень часто посадила. Морковь, укроп. Ну, сегодня дождик был, земля влажная, можно и не поливать. Горох. Такие листья прям крепенькие. Может, вот тут землю прорыхлить у огурцов. Обзор огорода. Кабачки. Ну, кабачки тоже вроде хорошо себя чувствуют. Кукуруза. Клубника прям так кусты. Вот эти листья поднялись кверху. Да? Ну, там уже ягода. Зеленая. Где? Вон зеленый. Угу. Такие прям хорошие листики. Крепенькие. Ой, тут я прям боюсь поднимать даже. Смотри, что там у нас. Так, не упадет мне на голову. Ой, смотрите, окрепло. Прям такой ствол крепенький стал. Можно их уже начинать подвязывать. Вот эти тоже. Помните, я вам показывала, я делала вот это такое, как удобрение. Дрожжи, вода и хлеб. Но мне написали в комментариях, то, что можно просто сахар, воду и дрожжи. Тоже хочу попробовать данным способом удобрить их. Спасибо вам за советы. Вот тут я тоже, смотрите, такой прям хорошенький. Ой, кузнечик там сидит. Это колодец у нас. Я вам показывала в том году, какая у нас вода из скважины была. Наливаешь нормально, а потом она отстаивается, и такой осадок снизу желтый. А вот эта вода из колодца. Ну, она мутная, там песок просто. Ну, так она и... Ну, прозрачная. Но она в колодце будет, а тут... В общем, нам выкапывали колодец. Решили делать колодец. Здесь у нас 5 колец получилось. У-у-у! Вот это кольцо будем убирать, да? Да. 5-е. Вон сколько песка. В общем, уберем вот это 5-е кольцо верхнее. Оно оказалось лишним. И вот так вот сделаем, как люк. Как вот эти у нас идут 2. Также там будет. Что-то хочешь попробовать воды набрать? Ведь?
Ее прокачать, и все, она будет хорошая. Просто видишь, мутно, вот, с пеной. Потому что он там лазил, говорит, да, если пена. Ну, а так она. Вот. Да нормально. Да главное, что от этого осадка нету. Ну, а тут мы зашли на Wildberries. На работу себе заказала костюм. В комплекте идет вот такая вот свободная рубашечка с двумя кармашками по бокам. Очень легкая, просторная. И также идут брючки темно-синего цвета. Снизу резиночка идет. Очень удобно, кстати, сделано. Ну, в общем, на лето самое то. И второй вариант костюма. Заказала вот такие темно-бордовые брюки и китель с такими тоже бордовыми пуговицами. Но на этот данный костюм я сделала отказ. Мне кажется, он мне как-то прибавил возраст сразу. Не знаю, мне что-то не особо понравился. Оставила первый вариант, от этого отказалась. Я сейчас буду готовить хачапури. Для этого рецепта нам потребуется яйцо. Вливаю в миску. Сразу отправляю сюда сахар, соль. Все как следует перемешиваю. Вливаю сюда слегка подогретый кефир. У меня здесь 300 мл. Я его немножко подогрела в микроволновке, чтобы он такой тепленький был. И все перемешиваю. Теперь отправляю сюда растительное масло. Перемешиваем слегка, чтобы оно разошлось. И всыпаю сюда частями муку. Значит, сначала всыпаю первую часть и всыпаю сюда соду пищевую. У меня здесь пол чайной ложечки. И все хорошенько размешиваю. Сначала буду размешивать венчиком, а потом руками. Тесто нужно будет вымешивать на минут 7-10. Поэтому рецепт хачапури готовится очень быстро и получается безумно вкусным. Сейчас вот эту муку перемешаю, потом буду добавлять вот эту оставшуюся. Сколько влезет муки, столько и будет добавлять. Надо, чтобы тесто такое получилось гладенькое, эластичное. Тесто я вынесла. Смотрите, такое вот мягенькое оно получается. Здесь у меня осталось немножко муки. Я ее никуда не деваю. Тесто пока откладываю в сторонку. Накрываю полотенчиком. И пусть оно немножко полежит, отдохнет. А мы тем временем подготовим начинку. Здесь у меня 500 грамм натертого сыра. У меня самый обычный, какой был в холодильнике, сыр российский. Добавляю сюда одно яйцо. И будет все как следует перемешивать. Можно также при желании добавить сюда зелень, укроп, петрушку, либо там зеленый лучок порезать. Будет тоже очень вкусно. Ну, у меня такой самый обычный классический. Классическая начинка будет. Теперь нашу начинку делю, ну, примерно на 4 равные части. Беру одну часть и делаю вот такие вот как бы шарики, прижимаю рукой. Сыр отлично сюда также подойдет, допустим, вот российский и брынза, если у вас есть, тоже хорошо будет сочетаться. Вот, и вот так вот леплю из 4 частей шарики и выкладываю их на тарелку. Так, тесто у нас отдохнуло, ну, приблизительно там 15-20 минут. Делю теперь на 4 части. Пока вот так на 2 разделю, чтобы побыстрее вам показать. Вот, эту часть накрываю, чтобы оно не сохло. И делаю вот такой вот кругляшок. Теперь нам потребуется немножко муки,
чтобы тесто не липло к столу. И вот так сначала пальчиками растягиваю, придавая нужную форму. А потом уже буду скалкой. Толщина примерно должна получиться 0,5 сантиметра. Ну, плюс-минус, без фанатизма. И вот так вот аккуратненько раскатываю в круглый пласт. Ну вот, примерно вот такая вот толщина должна получиться. Вот, теперь на серединку выкладываем сыр таким образом. И вот так вот, как вот мы готовим манты, начинаем по кругу защиплять. Вот так вот, как бы гармошку создавая. Вот, и ведем вот так вот к центру. На самом деле все делается очень-очень быстро. Так, теперь по центру защипляем вот так вот все краешки, чтобы нигде ничего не разошлось. Так, аккуратненько прижимаем, так как внутри остался воздух, чтобы тесто не порвалось, надо делать все аккуратно. Все, и теперь раскатываю в тонкую лепешку при помощи скалки. Сильно не надавливая, а потихоньку. Видите, там воздух гуляет. Ну, вот такой толщины у меня получается лепешка. Все, теперь переходим на плиту. Теперь на хорошо разогретую сковородку, на сухую, я ее ничем не смазывала, без всяких масел, выкладываю нашу лепешку и буду обжаривать на среднем огне до золотистого цвета. Потом будем переворачивать. Так, проверяем. Все, поджарилось. Переворачиваем на другую сторону. Обжариваю примерно так же минутки две. Потом сверху накрываю крышкой и буду под крышкой на маленьком огне также дожаривать минутки 2-3, не больше. Так, прошу еще 2 минутки. Переворачиваю опять на другую сторону и накрываю крышкой на 2-3 минутки. На медленном огне буду готовить. И еще забыла сказать, когда собирается на крышке конденсат, я беру вот так вот салфеточкой сухой, вытираю, чтобы капельки не падали на нашу лепешку. Теперь перекладываю. Опа. На тарелочку. Здесь я растопила небольшой кусочек сливочного масла. И вот так вот, пока горячее, хорошенечко смазываю. Бочки тоже смажу. Все, и теперь то же самое буду делать с остальным тестом. Так, показываю конечный результат. Такие вот очень вкусные, замечательные лепешки у меня получились. Вот это самое остывшее. Конечно, она еще горячеватая. Сейчас вам разломлю, покажу. Немножко руки, конечно, обжигает. Смотрите, как сыр расплавился. Видите, он прям аж тянется. Вот такая вкуснота. Так что обязательно приготовьте по этому рецепту. Рецепт я оставлю, как всегда, в описании под этим видео. Очень вкусно получается.